Вы смотрите обзор товара стол из слэба, массива кедра, столешница 170 на 70 на 76 сантиметров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Новое слово в дизайне интерьера – столы из слэба ценных пород дерева. Особое место в ряду предлагаемых изделий занимает предмет мебели, изготовленный из цельного ствола кедра. Аромат сибирской тайги, вековая прочность, превосходные антисептические качества, неповторимый рисунок волокон древесины, благородный цвет натурального дерева – такими свойствами обладает деревянная пластина, спил ствола сибирского кедра, возраст которого составляет от 3 до 5 столетий. Термическая обработка, сушка в 2 цикла в течение месяца, затем заготовка вылеживается, шлифуется, а в результате получается столешница, по свойствам не уступающая искусственному камню, с интересной благородной окраской, от нежно-розового до кофейного. Ножки из металла подкрепляют ощущение основательности. Высококачественный экологически чистый материал, благородная окраска, особая прочность – несомненные плюсы предлагаемого изделия, которое легко впишется в дизайн помещения в скандинавском или экологическом стиле, минимализм или лофт. Материал – массив сибирского кедра, сталь. Характеристики. Стол 170 на 70 на 76 см плюс-минус 5 см. Толщина 6,5 см плюс-минус 0,5 см с покрытием. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.